Действительно, в данном случае не было для этих женщин, кто прошел через это, проблем. Следующий вопрос. Расскажите про систему практик по основе энергии Рейки. Как работает линия передачи знаний? Вы знаете, если возьму трубу и пройду к вашему уху, буду дуть. Как вы думаете, передам я вам знания свои? Ну, скажите, передам? А почему? Что такое рейки? Это опять китайцы уловили звон, да не знают, где он. Они считают, что они самые мудрые. На самом деле извратили то, что им было передано. Система рейки – это система, позволяющая прочищать каналы. И те, кто исследовали, они действительно обнаружили интересную закономерность. Я наблюдал доклады, многолетние исследования. Вот когда человек не занимается рейки, к примеру, вот он начинает заниматься, упражнения делать, прокачивать каналы, упражнения, энергия движется по телу, чи, янь, чи и так далее. Чи энергия, они говорят, инь-янь, чи по-другому называют еще. То, когда это начинает делать, у человека определенный скачок, у него идет прочистка каналов и так далее, и так далее, и так далее. Что это означает? Означает, что вы продули свои трубы все, то есть все ваши энергетические каналы чистенькие стали. А теперь, когда чистые каналы, вы начинаете прогонять через них потоки. Вот, например, то, что я дул через руки, но если подойду кому-то в голову, подую, сразу поумнеет. Представляете, все знания передам. Может, попробуем? Сомневаюсь, что сработает. Но, понимаете, и то, что, и что исследователи говорят, а потом, вот, когда прочищается все, у человека выходит на уровень, и потом годами ничего не меняется. Это естественно. Даже если у человека было что-то забито, каналы были, как трубы были, там, ржавчины заросшие, там не могли пройти, пробки были и так далее. Вы продули, все. А теперь вы начинаете продувать. Потоки энергии, материи идут, точнее, энергия только свойства материи. Это не, они несут знания, не могут нести знания. Так же, как вода, идущая по трубам, несет знания. И поэтому, естественно, никаких знаний при пропускании энергетики через себя нельзя получить. Единственное, что когда вот пропускаются потоки, восстанавливается циркуляция, человек может открыть немножко то, что у него было уже от природы, дано его сущности, кое-что приоткрыться уже имеющееся, но не более его только. А сами потоки, сколько ни прокачивая, ничего не дадут. Потому что потоки – инструмент, а не результат. И не дают знания, а наоборот, можно использовать с помощью, когда вы понимаете, меняетесь, изменяетесь, когда действуете, через действие, изменения вы меняете сами, и тем самым получается новое понимание, новое знание и так далее. Следующий вопрос. Ну, здесь длинное письмо, это почитаю потом. Так, вот поменьше.